Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в новиночку на Android, которая называется Wonder Blade. Давайте смотреть, что это за игра, но говорят, довольно прикольная и интересная. Давайте убедимся в этом лично сами. Так, что у нас тут? Опачки, опа, пулечки, король, там принцесса. Начало. Угу. Так, тут, ребята... А, все, я понял. Ребят, мне пришлось тут кнопочки поднастраивать, поэтому как бы... Он, король говорит, сейчас ты будешь, типа, обучаться азам боевой техники. Поэтому, ребят, давайте будем смотреть, что я умею делать. Так, Б, Б, это что у нас, Б? Б это вот так вот. Ёпрсты, нифига. Накося! Замечательно. Ух, я такой... Жесткий парень, беспощадный. Ну, иди сюда. Это бип-ты-мап, ребята, жанр игры. Нифига себе, вот это круто. А могу я... Я могу его как-то поймать, нет? Ведь должен, по идее, схватить. О, мясо досталось. Так, что он мне говорит? Когда ты видишь вот такой значок, нажми на кнопку B. Это будет, видимо, какое-то добивание. Хорошо, я попробую. Ёпрасоты, я не завидую, ребята, этому рыцарю. Мелкому, никчемному. Давай тебя еще накажем так же. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига, ребята, тут очень много таких, знаете, добивающих комбинаций. И мне это очень нравится. Да ты посмотри просто, что мы тут вытворяем. Мы просто этих рыцарей всех в мясо. Добро пожаловать. Я смотрю, ты готов к своему путешествию, да? Так, у нас, ребята, красная полоска — это жизни. Синяя полоска — это наши скиллы использовать, ну, то есть магию, да? Так, а вот это у нас опыт получается. Когда ты заполнишь шкалу желтенькую, ты сможешь улучшиться и улучшить свои скиллы. Так, а это твой, говорит, инвентарь, твоя сумка. Ну все, парень, отправляйся к черту на кулички, говорит. Хорошо, ребята, я принимаю. Я с ним соглашаюсь. Обучение, в общем, на этом у нас закончилось. Теперь уже все, как говорится, серьезно и не до шуточек. Дайте хоть посмотрю, что у нас за магия-то есть. Воу, он... Ядрить тебя на корень, магия-то какая солидная здесь. Ну-ка, иди сюда. Ребят, мне уже нравится эта игрушка на самом деле. Да, она платная на самом деле. Ребят, я ее покупал. Стоит она недешево. Но, так как многие ребята не могут себе ее позволить, буду проходить ее я. С вашего, ребята, позволения. Так, у нас, по-моему, есть... Да, у нас есть еще прыжок. Мы можем с вами прыгать, перекатываться, в общем, и использовать магию. Отлично. Я вообще обожаю, ребята, вот жанр игр такого плана. Но чтобы они были на Android, это для меня, конечно, новое что-то. Причем в такой вот стилизированной графике. Ну, согласитесь, графика довольно хороша. Ох, на тебе. Так, нам остается еще один рыцарь. Говорят, здесь очень будет много боссов всевозможных. Все, ребята, мы это с вами будем смотреть. Так, что же, я его смогу добить? А почему не появляется кнопочка Б? А? Чтобы я смог его как бы добить кроваво. Так, давайте это все заберем. Но я монетку не добрал, елки-палки. Смотрите, ребят, принцесса в меня влюбилась, походу, дела. Что это такое? Что сейчас был за звук? Что это за... Да, король, я тоже озадачен. Что там происходит-то? Ёпрасоте! Что? Что такое? Чё-то все в обморок упали. Оу! Какой-то черный рыцарь тут появился. Ядрить тебя на корень. Свинья, бедная свинюшка! Взял ее, просто слопал. Это что, босс уже, что ли? Король, я тоже в шоке. Взять его, типа, да? Так, рыцари пришли. Ну, я так понимаю, сейчас им не сдобровать будет. Просто угольки сейчас, да, упадут. Слушай, опачки. Так, ребята, я так понимаю, сейчас принцессу похитят. Но это стандарт жанра. Я бы почему-то в этом даже не сомневался. Так, все побежали туда, да? Значит, и мне туда же нужно бежать.
принципе, с этого момента, наверное, и начинается наше приключение, да? Надеюсь, вам эта игра напомнила еще одну из известных игр. Ребята, она на компьютере у нас. Крашер, помните, да, такую игрушечку? Вот именно ее она мне напоминает, причем довольно вообще сильно. Так, давай-ка мы забомбим. Деньги дадут, нам дают и деньги. Все, что хочешь. Единственное, что я пока, ребята, еще не заглядывал в сумку, что у нас там есть. И мне хотелось бы знать, сможем ли мы здесь поменять себе, например, оружие, одежду, как-то стилизироваться. Блин, это слово пока выговоришь, язык сломаешь. Вау. Аплодисменты какие-то. Накося, выкуся. Нормально, ребят, нормально идет. Деньги нам нужны, видимо, я что-то буду за них приобретать. Стопудово, наверное, какое-нибудь оружие или еще что-нибудь. Так, дай-ка я помогу тебе, парень. Б, кнопка для меня была Б. Блин, ну взял его и добил, к сожалению. Ну, как мы видим, ребята, здесь выпадают помимо денег еще какие-то камушки, самоцветы, рубины. Ну вот, видите, да? Они, видимо, для чего-то здесь тоже нужны. Не знаю пока для чего, ребят, буду просто бегать и собирать их. Иди сюда, ах ты гаденыш мелкий. Саданул меня все-таки, а? Паразит маленький. Так, Б, что Б? Можно было его добить, видимо, но я не успел. Ну вы втроем тут, елки-палки, не можете справиться с этим охламоном несчастным. Рыцари, ну серьезно. Что за дела? Иди сюда, голодранец. Так, по-моему, ребят, я уровень получил, да? Засиялся весь. Зарадовался, по-моему, так оно и есть. Так, отойди от меня подальше. Не подходи ко мне, пожалуйста. А? Оу, денег просто в изобилии. Я надеюсь, действительно, они нам пригодятся. Они просто так, для красного словца они здесь выпадают. Так. Давай-ка магию бомбанем. Че я, ребят, у меня столько энергии, я даже ее не использую. Ну, нас зажарил, гаденыша. Так, прыжок. Вы бы сняли бы свои маски, хоть показали бы, кто вы такие. Что у вас за лица-то там никудышные. Отлично. По красоте. Вы хоть когда-нибудь закончитесь или это так будет бесконечно? Ага, тут еще, ребята, можно подбивать статую. Видели? Сейчас только что я подбил статую, и в ней оказался рубинчик. Так. Слушай, может быть, я что-то неправильно делаю? Или так и должно быть? Что их так уж больно много здесь. Дай сыр сюда. Сыр ты что не берешь? Эй! Ага, перекусили мы сразу же. Ладно, я заберу деньги, я заберу здесь деньги. Но назад я уже вернуться не могу, ребят. Значит, все-таки мы с вами правильно делаем, правильно двигаемся. Все. Завалил. Так, мне показывают, что я должен двигаться дальше. Побежали. Мы рано или поздно настигнем, наверное, этого каменного голема, который похитил принцессу, и накажем. Ты что творишь с рыцарем, елки-палки, охламонище? Бомбит он его. Блин, рыцарь, вставай, или он тебя все-таки прикокинул. Прикокил. Что за слова из моего рта вылетают? Прикончил, ё-моё. Ну, давай. Слушай, этот какой-то, ребята. Ага, у него немножко другой костюмчик. У него с рогами. Рогоносец, короче, это. Да на ты. Так, а этому, наверное, надо магии. Вот так вот. Ой, а его магия-то и не берет. Но зато он горит потихонечку. Хорошо, я им наковылял. Рыцарь, тебя можно как-то реанимировать или что? Нет, ребят, ничего с ним нельзя сделать. Он просто действительно уже отдуплился, к сожалению, для нас. Так, иди сюда, добивочный. Добили. Так. О, ребят, смотрите-ка. Ну, что там было? Блин, а как надо было поднять или поменять на худой конец? Я не знаю, ребят. Бесконечные армии злобных таракашек. Ну, в принципе, я люблю их кромсать. В данный момент они слишком легкие. Но если будут какие-то, представляете, имбовые монстры, с которыми будет тяжело драться, я не буду уже так радоваться, как сейчас. Что их тут много. И что мы с вами Так, Б, а? Да нет, не Б. Как взять мне этот меч? На какую кнопку? Может быть, надо вот так вот сделать, ребят? Вот, я якобы поменял. Вот в данный момент я поменял. Надо было мышечкой кликнуть. Но на самом деле-то я не могу понять, лучшее я оружие взял себе или худшее. Добивочный. Не успел, к сожалению, добить. Ну иди сюда, глоед. Ах ты мелкая мелюзга. Давай, кромсаем. Блин, ну так и будет теперь, ребята, зацикливаться на том, чтобы я этот меч подобрал. Или что?
Ядрить вас на корень. Сколько же вас тут много-то? На! Ох, как я его смачно сейчас рубанул, ребятули. Вы закончитесь когда-нибудь или нет? Тут бесконечность какая-то. Ну-ка, Б, Б, где Б? Ну, Б, во. Воу-воу-воу-воу. Отлично, мне понравилось. Это было супер эпичное добивание. Неужели такой длинный лифт? Я офигею, мы где-то что? На дне пещеры жили, что ли? Ё-моё, что так долго поднимаемся наружу? Голем просто не мог так быстро от нас смыться. Даже несмотря на то, что он якобы лазит, ну, по стенам. Давай, иди сюда. Ну, согласитесь, ребятули, графика здесь великолепна. Я опять получил уровень. У тебя появилось новое движение. Зажми X для того, чтобы провести суператаку. Провести суператаку. X. Давай попробуем. Воу! Слушай, а мне нравится. Мне нравится, ребята, эта суператака. Такая круговая, да? То есть к тебе никто не может подойти. И я могу спокойно шинковать врагов. Ладно, отлично. Тогда сюда камушки, изумрудики, денежку. Неужели я прибыл? Все, враги, по крайней мере, не сыпятся. И мне... Ага, понял, сюда иди. Я побежал. Так, надо мышку убрать, а то она, ребят, здесь как-то мешается нам. Ох, елки ты палки. И я так понимаю, ребята, это первый босс. Опа, поймал он меня, нифига ты. А если... Так, слушай, а ему пофиг, ребят. Да чтоб тебе. Погоди, погоди. У меня что-нибудь. Так, от ты. Гаденыш уколол меня. На-ка. Ребят, ему пофиг, ты понимаешь? Ему вообще по барабану, что я тут делаю и как я тут делаю. Так, он психует. Он психует. Я вижу, как он злится, ребят. Не подходи ко мне, упырь! Оу, ребятули, скоро я, наверное, кочеврыжнусь. Да откуда же вас столько-то? Давай бомбить. А-а-а! Слушай, я могу хоть что-нибудь, хоть сумку-то свою посмотреть? Там хоть что-нибудь-то вкусненькое есть? Ой, ребята, там ничего вкусненького нету, оказывается. Воу, воу, воу. Я забомбил. Ребята, я забомбил, я немножко перекусил. Даже очень хорошо перекусил. Да ну завязывайте вы. Еще какие-то португальцы тут прибыли. Какого фига вам-то здесь надо? Блин. Это что ли босс у нас? Или что? Я не пойму. Твою ж маковку, на меня метится, ребят. Это какая-то катапульта. Наверное, здесь нужно, ребята, уворачиваться. Почаще, я так понимаю, уворачиваться. Ага, бомбанул. Да, ребята, это босс. Это босс. И вот этот ханорик там сидит, управляет этой штукой. Я понял теперь. Блин, да как же ты... Как же ты меня достал? О-хо-хо-хо-хо! Ребята, меня подбили. Меня подбили. И если я буду переигрывать, я откуда начну? Моя, наверное, какая? Седьмая или восьмая попытка? Может быть, я что-то неправильно делал, ребят? Может быть, мне надо было как-то прокачаться маленечко, а? Может быть, скиллы себе, ну, как-то раскачать? Я не могу просто понять, в чем проблема-то? Почему у меня не выходит ничего? Этот злится, этот психует у нас. Меня, ребята, подбивает, как вы можете заметить. Так, попробуем, значит, вот так сделать. Все, мы их подбили. Кстати, вот этот прыжок очень великолепен в плане того, что очень здорово отнимает здоровье у них. Поехали. Вот, я его... Ага, подрезал, чувачка. Блин, к этому амбалу лучше, мне кажется, не подходить. Я имею в виду, в ближнем бою его лучше не бить. Прыжок и вот так вот. Готов? Да, ребята, он готов, отдуплился. Иди сюда, говнюк. Я тебе сейчас вот так вот. Все-таки лучше делать атаки в прыжке, как я смотрю. Так, дайте-ка я маленечко кое-что посмотрю. Здесь я что-нибудь могу сделать? Нет. Здесь. Здесь у меня сумка. У меня только лишь одна огненная атака в данный момент изучена. Никаких перышек. Ничего у меня нету. Я не знаю, для чего нужны
деньги, хотя вы видите, вот они копятся здесь. И для чего нужны камушки, алмазики вот эти, тоже интересно. Так, ну что, мне, знаете что, немножко неправильно расставлены кнопки. Мне надо было прыжок делать наверх, а у меня прыжок там, где лучше ставить магию. Поэтому я и путаюсь здесь, по большому счету. Ладно, сейчас придет у нас босс, и будем его, ребята, разбирать, пытаться разобрать. Ага, вот он появился. Вот они на такой, ребята, пушке. Катапульте даже, я бы сказал бы, наверное, все-таки. О, я левел-ап получил. Так. Давай еще. О! Слушай, наказываем мы этих гаденышей, ребят. Наказываем. Твою же маковку. Вот я напоролся на эти бомбочки, ребята, и все. И в этом большая проблема. Ты понял, что здесь надо чаще делать? Я думаю, ты понял. Надо уворачиваться. Надо просто, ребята, уворачиваться от вот этих вот... От этой катапульты, от этих вот... Потому что он снаряды, когда выпускает... Лучше он пускай меня вот так вот подобьет, ну, собьет с ног, чем он выстрелит своим ядром в меня, где я могу сразу же просто отдуплиться. Наконец-то, ребята. Фух. Просто надо было нахрапом брать. Так, мы открыли с вами новую анчивку. Вархаммер называется. Фух, и я победил. Твою же маковку. На все, про все 2 минуты 30 секунд у меня прошло. Я вам скажу, это была какая попытка? Наверное, шестая у меня, да? С шестой попытки я только лишь смог справиться с небоссом. Я смотрю, здесь, ребят, какой-то сундук. Я могу его открыть? О, тут даже не один сундук. Так, может быть, надо его подбить? Да, ребят, нужно их... Вот. Воу-воу. Так... Выпадает какой-то сыр. А новое сокровище. Хм, и что это? Так, у тебя будет статус, у тебя будет апгрейд. И ты сможешь зайти в интерфейс, выбрать на панели этот сыр. Ладно, хорошо, я выберу этот сыр. Но для начала нам, я так понимаю, нужно, ребята, все-таки пройти. Мы вроде бы как прошли уровень, да? Так, погоди-ка, я зайду на всякий случай в сумку и гляну, ребята. Нет, тут ничего нету. Нет, я выходить никуда не хочу. А где же тогда этот инвентарь-то у нас? Про который они писали, что я могу там изменить своего персонажа и так далее и тому подобное. Так, секунду, смотрим далее. О, вот он, ребята, этот черный рыцарь. Но... Так, я так понимаю, голем идет, да? Защитничек его. Оу, щет, ты что делаешь, парень? Только не ешь меня, пожалуйста. Надеюсь, не разжевал. Так, кликать, кликать, куда кликать? Кликаю, кликаю. А, сейчас я его, по-моему, там изнутри, да? Бомбану. Свинью спас еще. Нифига я ему, ребята, рыльца-то подпортил. Воу-воу-воу-воу. Так, а, что? А, прыгать я могу, да? Эй, монетки все пропустил. Так, он меня догоняет, ребята. Я надеюсь... О, тут еще и преграды. Преграды можно перепрыгивать. Подожди, а что ты тут делаешь? Так, пока прыгаем просто, ребят. Ой! Прости, прости, свинка. Я не хотел. Так, тут высокие есть и низкие преграды. Во-во-во-во. Ну дайте мне хоть что-нибудь, хоть какие-то монетки-то. Да перепрыгивай ты, ядрить тебе на коль. Тут еще и... Воу! Да ладно, вы серьезно, что ли? И прыгать, и это. Эй! Хорош! Усложняй. Давайте еще до кучи драку здесь еще какую-нибудь сделаем, чтобы я дрался. И будет вообще эпично сложно для меня. Да давай ты прыгай. Не, ребят, ну как это так? Да что ты раньше времени-то прыгаешь-то? Застряли, блин! Так, я пытаюсь, ребят, я пытаюсь все... А, поджарили. Ну дайте хоть где-нибудь здоровье тут будет или нет? У меня не так уж много, ребята, и здоровья, если честно. Дали бы хотя бы где-нибудь яблочко, чтобы валялось. Нет, такого не будет здесь. Такого здесь, ребят, не будет. Здесь будет только звездюли для меня. Прекрасный, вот что я тебе могу сказать. По-моему, все. По-моему, еще разок я, ребята, встряну, и это будет фиаско для меня. Постоянно здесь надо двигаться. Ю-ху! Подбили меня все-таки, а? Засранцы. Так, я пытаюсь.
Я пытаюсь, ребят. Я как угорелый лечу на крыльях ночи и... Ну, сами видите, перепрыгиваю, все, вроде бы все идеально делаю. Но все равно подбью... Да что ты? Ты специально, что ли, так делаешь? Эй! Три раза к ряду, ребят. Твою ж маковку. Ты будешь прыгать сегодня или нет? Прыгнул. Он прыгнул, ребята. Так. Неужели? Неужели, ребята, я прибежал? Фух. Прикольно. Поймает или нет? Наверное, не поймал. Оу, е! Челлендж. Спасибо большое. Так, готов ли ты за минуту? А что я должен за минуту сделать? Я должен за минуту разбомбить ящики вот эти все, бочки? Или что? А, ну да, ребята, вон у меня идет счет бочек. 26 бочек на данный момент. Вот так вот мы будем дальние разбивать, наверное, за счет магии. 35. Видимо, от этого зависит моя награда. Уже 40. Так, время мало. 20 секунд, ребята. Да где же моя магия? А, у меня больше нету магии, да? Спасибо большое. Так, ну давай. Бочек тут. Ага, вот накопилось. Так, 67. Блин, мне бы соточку бы. Да какая там соточка, ребята? Мне бы хотя бы 90 бы уж подбить. Ну, нет, не получится, да, ребят? 3 секунды. 86 бочонков я разбомбил. Угу. Так, это мне переводят в голду. Так, что далее? Вы мне дадите какой-нибудь магазин или еще что-нибудь в этом роде? Воу. Круто. Ха, ребят, смотрите, у меня в статусе 8 новенького и в апгрейде тоже 8 новенького. Давай зайдем сюда. Что это у нас такое? Что? Так, я немножко не могу понять, что это. Ну, давай, доны. И... А, ребята, это гол... То есть у меня сейчас будет голова как сыр? Я так это могу понять? В общем, ребят, смотрите, у нас тут атака, защита, магия. А вот это вот, я не знаю, что такое, рукопашка, что ли? В общем, в любом случае, мне нужно повысить, наверное, атаку. Вот магию тоже, я думаю, потому что без нее как-то хреново. Ну и без... Подожди, защита, а разве я могу там защищаться? Хм. Ладно, предположим, ребята, апгрейд. Ёпрсте. Так, огненный мастер. Тренировать. У меня 8 очков. Чтобы открыть, мне нужно потратить... А, нет, ребята, это уже открыто. Evasion, это у ворот, я так понимаю. Так, а вот это что такое? Это у нас... Хрен его знает, что это такое. Так, еда и питье восстанавливают вам больше хп. Так, нужен уровень 8, чтобы дальше апгрейдить, да? Хорошо, я не спорю. Оу, тихо, торнадо. Это я по ходу дела, когда, ребята... А, нет, у меня еще даже не открыто. О, медитация есть. Так, ну здесь, ребята, ускоряет прибавку СП. Это магия у нас. Значит, лучше, мне кажется, взять торнадо. Вот, возьмем с вами торнадо и фаермастер. Первый уровень, да? 4 очка нужно будет для второго уровня. Блин, вот что вот это такое, а? Шанс увернуться, что ли, или наказать врага? Так, ну это доджи, это уворачиваться. Давай, наверное, ворот поставим себе, ребят. Все, очков у меня больше нету. Давай зайдем в Виапон. Это у меня меч. Ох, ё, оружие тут... Ёпрсте, оружия тут предостаточно будет. В данный момент у меня обычный какой-то меч. Просто самый простенький, я так понимаю, да? У него атака плюс один, ни защиты, ни магии, ничего. Зашибись, а есть? О, пет. Тут можно покупать себе помощников. Оу. Так, слайм. 5 к атаке, 9 к магии. Террор шаман, ну это ценно, конечно. Посмотрите, 4500, сколько у меня вообще денег-то? Кто-нибудь покажет мне? Я знаю, что у меня там крохи. Ага, значит, не надо. А вот, я могу себе купить клюка, который мне дает 1 к защите и 8 к магии. Клюк.
Ну что ж, давай возьмем клюка хотя бы уж на худой конец, ребят, с вами. Да, я его купил, нет? А, вот так надо делать. Все. Экипировал я якобы его. Угу. Ну и что же, статус мы с вами смотрели. Апгрейд смотрели, оружие смотрели. И теперь нам нужно, ребятушки, наверное, с вами куда-то выдвигаться. Я так понимаю, вот на эту точку. Так, это у нас, ребята, замок. Какой-то хремев. Ну давай, ой. Блин, хотел кое-что, ребят, там же можно, по-моему, было промотать. Ладно, давайте посмотрим хотя бы, что мы сейчас в данный момент из себя можем представлять. Хе-хе-хе, это моя птичка вышла на разведку. Так, ну свинюшка, конечно, куда же без тебя-то. Это я сейчас приблизился с головой сыра. Так, птичка, слушай, ты же со мной? Ты со мной. Так, кустарники, это все разбивается. Я что это? Кто это такой? Ты тише, тише, парниша. Ты не кипиши мне тут, а, пожалуйста. Эть, получил, как говорится, звездюлей. Ну-ка, на-ка. Выкуси. Мастер фаербола, ё-моё. Второй категории. Я вам тут сейчас устрою кузькину мать. Так, иди отсюда. Птичка, ты хоть что-нибудь будешь делать или нет? Ты что, ты вообще просто вот так вот даешь мне статы, а сама даже ничего не делаешь? Как так? Как так, я тебя спрашиваю. Ну-ка, быстренько давай подключайся к боевке. Эть. Слушай, ребята, вот это вот и есть же торнадо, да, получается, когда мы вот так вот с вами чук-чук-чук-чук, вот такой вот. Нет, не вот такой, а вот обычный вот удар. Вот-вот-вот, в круговушку, да, это же и есть у нас торнадо. Как я его разобрал, круто, а? На-кася, выкуся. Иди сюда. Блин, мне нравится его на булава, ребят, у него там в лапах. Было отлично, вот такую бы булавушку бы приобрести. Я думаю, ух, наказывал бы я их здесь по-жесткому бы, просто по-жесткому. Чей крыжил бы она его за другим. Спасибо за монетки. Деньги, ребята, здесь нужны для того, чтобы покупать питомцев. Но знаете, что самое интересное? Что в сумке у меня пусто, а там ведь можно как-то собирать хилки, да? Отхиливающие... Ох, смотри-ка. А я не могу его взять, ребят, вот этот вот амулет? Нет, просто так лежит он. Ядрить тебя на корень. Опять этот громозека. Так, ладно, хорошо, этот уходит. Это будет, видимо, второй босс, судя по всему, ребята. Ну-ка, выкусите все магической магии. Давай, иди. Да чтоб тебя так... Поджарим их всех. Так, тихо, подожди, не надо буянить. Надо вот... Вон там мороженое, ребята, я смотрю. Для меня, да, лежало. Нет, все-таки от птички никакого толка. Она просто стоит глупо и смотрит своими глазками. Как я тут, видите ли, разбираюсь со всеми. И мне не хватает, знаете чего? ХП, как ни странно, ребят. Мне не хватает именно здоровья. Так, арбалетчик там где-то бомбит. Я же слышал, как болт пролетел рядом. Прям с таким звуком. Вих! Так, а вот этого я добить должен, ребята. Я его добить должен. Да я же сказал, добить не магии, добить-то твою же макарёку. Классно. Мне вот эти вот добивания очень нравятся. Иди сюда. Гулькин хрен, иди сюда. Блин, хотел его на бэшечку поймать, но не получилось у меня. А он там... А, он до сих пор с бэшечкой, иди сюда. Вот так, ох, как эпично. Эпичненько. Да, по-другому тут не скажешь. Ну давай, голубиный помет, иди сюда. Я буду тебя наказывать. Знаете, что самое вот неудобное для меня? То, что когда враг лежит, я не могу, ребят, его добить. Мне бы хотелось, конечно, ему накостылять во время его нового прохлаждения на земле, но у меня не получается. Кустарник я этот разбить не могу. Так, дай сюда вот этот вот рубинчик мне. Что? Что? Кусты затрепыхались. Я же вижу, что там кто-то сидит. Магия! Хадюкин! Да где... Они не дают... Да... Оу! Нет! Нет, 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 нет. Парень, 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 парень. Началось, началось издеваться. На тебе! Гаденыш. Всех сейчас на каркалыгу. Мороженое отдай сюда. Оно мне нужно. Твою ж маковку. Нате все, получите. Да чтоб тебя, ловит он меня и все. Тут что сделай. О, эпичненько. На, добил же его, да? Или не добил? Не увидел я, ребята. Птичка, выручай. Так, мороженое отдай. Добили. Так, и с тобой тоже будет разговор короткий, парень. С арбалетом. Конфет. О, мясо, ребят. Мясо, 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 мясо. Так, с щитом вышел гомнюк.
Давай разберемся. Вот так, вот так вот. Блин, дайте мне... О, еда лежит, ребят. Очень много еды. А если я зажму? Ага, я думал, знаете, может быть, когда зажимаешь, у тебя будет там, типа, супер какая-нибудь атака. Типа, вот как у меня. Вот здесь вот. Хадюкин! Ядрюкин. Давай-ка сюда. Блин, отлично. Ой, я новый этот, анчивку открыл, ребята. Торнадо. А как будто я им раньше не пользовался, да? Удивляются они. Так, давай еще раз по торнадику заедем. Подходи, подходи, подходи. Оу, ты, оказывается, можешь блокировать. А почему я не могу блокировать, а? Ребятули, что за несправедливость? Где моя блокировка, я спрашиваю? Иди сюда, паразит. Мельтешит тут мне перед глазами, а? Один такой мельтешил, царство ему небесное, до сих пор перед глазами как живой стоит. Отлично, подбил я его. Все, нет? Дай камни сюда. Камни, драгоценности, все это мне пригодится. Вам оно уже не нужно. Здорово, сидит тут, миску варганит. Так, я же подумал, что какой-то вид оружия нового упал. Но нет, ребят, ничего подобного. Нати! Всех, как говорится, покараю. Юху! Обожаю, ребята, вот эти супер-пупер атаки. Так, я понял тебя. Этот парень шутить не любит, да? Обязательно надо ему побомбить. Он не понимает русских слов. А мясо-то я-то хоть смогу подобрать? Что-то не пойму, я могу подобрать или... Оу! Ребятули, меч, я вижу меч. Я вижу меч, я хочу этот меч. Так, надо как, вот так вот, да? Берем. Так, у него, наверное, какие-нибудь другие удары будут или нет? То же самое. Не понял я пока, не определился. На! Зажарил. Так, хорошо пошло дело. Е, ребята, удары те же самые мечом. Но можно это посмотреть вот так вот. Смотрите, вот когда подходишь, у него плюс один. Конечно, нам нафиг не нужен этот меч, который тут лежит. Потому что в данный момент, который у нас в руках, с наилучшими, ребят, характеристиками. С наилучшими. Я левел ап получил. Так, вы получили новое движение. Так, у меня же это было уже движение такое. Ну. А, надо зажать. Ага, все, я понял, ребят, смотрите. Вы поняли, что я могу делать? Вот так, я могу в воздухе делать вот такой вот сальтон, крутясь, короче. Ну, вот так вот, короче. Круговая атака, но она будет у нас, получаться, в воздухе. Понимаете, да? Видимо, для чего-то это дано. Видимо, пригодится сейчас. Может быть, даже на боссе. Ну, что, где, кто, когда? Ага, ночь, лагерь, мы прибыли. Так, что они тут воруют? Они, короче, ну иди сюда, иди. Они, видимо, ребята, хотели своровать эти, как их назвать-то, оружие. Ну, вы понимаете, да? Что когда Рей на поле боя, какое тут может быть оружие? Тут вы должны, ребятушки, ноги свои уносить в первую очередь, а не оружие. Олухи. Блин, мне единственное, конечно, не нравится, что моя птичка тупая. Она просто входит. Может быть, это такой безобидный первый питомец себе, который ничего не может делать. Я, честно говоря, рассчитывал, что он будет, ну, сами понимаете, что делать. Атаковать, хоть как-то мне помогать, а не просто тупо елозить. Будем надеяться, что следующие питомцы будут намного, как сказать, агрессивнее. Так, да ладно. Ладнушки. Блин, ребята, я надеюсь, что если мы вдруг проиграем... О, кость. Я надеюсь, если мы с вами проиграем, то... Кость, смотрите, ребят, ну-ка. Погоди, погоди. Да елки, подойди ты к костяшке-то. Смотрим, ребята, атака меньше будет, защита плюс больше и магия. Я не знаю, что лучше. Хм. Так, атака плюс 4, тут атака плюс 5. То есть увеличивается только лишь атака. Ладно, возьмем, ребята, возьмем. По всем параметрам поменьше будет, но... Атака, как мы видим, великолепна. Так, что? Что, трусы какие-то тут валяются? Ё-просто, это что такое? Я могу сесть на этого... Ребят, я могу сесть на этого дракончика? Судя по всему. Ну-ка. А как мне на тебя сесть, парень? Во. И что мы можем с тобой делать? Да вот так вот мы можем просто делать. Понял? Ты понял, что мы можем делать? Эпик, эпик, ребята. Иди ты.
захотел он меня там стрельнуть. Ну, жизни, конечно, не так здорово уменьшаются, но тем не менее, ребята. А что я, типа, могу на Б? Ох ты! Тут, оказывается, вот такие вот атаки еще есть. Ядрить тебя на корень. Ну, что это тоже жарит, ребят. Слушай, ну это классно. Это классно, на самом деле. Мы можем и таранить, что только можем... Не можем тут делать. Вот так вот просто стоять на месте и их грызть. Это классно, это круто. Мне этот динозаврик что-то напоминает из Марио Йоши. Так, дай-ка сюда вкусняшки все и деньги. Мне деньги нужны, мне ничего не нужно, кроме денег. Так, ну что, динозаврик, пойдем с тобой дальше. Я думаю, сейчас будет, наверное, босс. Спит или не спит? Притворяется, что ли, или нет? Или тут после битвы у них так? Странно, не нравится мне это все. Ой-ой-ой-ой, это кто такой? Это мой, что ли? Смотрите, ребята, он бомбит этого чудика. Ой, я, наверное, зря его тронул-то. Откуда здесь еще гоблины-то взялись? Хотя, чему я удивляюсь-то? Гоблин и гоблин. О, отличненько. Так, ну-ка, шут, Горохова, иди отсюда. Давай так, ребята, их бомбить. Всех уничтожаем, всех. Что там за аплодисменты? Кому? Ах ты, гад, ты понял, что он делает? У него, оказывается, ребята, есть бомбочка. И он ее бросает. Я ее только сейчас увидел. Хорошо, я просто увернулся, точнее. Что это за дикобраз тут еще появился мне? Что за дикобраз? Не нужны мне никакие дикобразы здесь. Давай, оп. Так, ну, по крайней мере, ребята, эти хотя бы похожи более-менее на человеческий вид у них, да? Два глаза, не какие-то там... Опять аплодисменты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что за... Что за монстры, ребята, такие? Пошли у нас. Дюж, тараним. Тараним, жарим, обязательно жарить. Кстати, я заметил, что, по-моему, находясь на этом дракончике, ребята, у меня не повышается уровень. Или повышается, просто мне некогда, ребят, туда смотреть. На самом-то деле. Так, 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 всех разбиваем. Разобрались? Да, по-моему, разобрались. Возьмем мороженое, возьмем деньги. Все это, ребят, собираем. 903 монет у меня, ну это вообще ни о чем. Надо фармить, фармить и фармить, если мы хотим с вами какого-то другого нового супер питомца. Так, понеслась. Тут уже орки, да? Город орков. Так назовем его. Погнали, тараним. Оп, а вот, ребята, и бомбочка, про которую я вам говорил. Хорошо, что она все-таки дает какое-то мне определенное время на то, чтобы я смог убежать. Что, я мастер-наездник, типа, получил анчиву, да? Тут, ребята, анчивы есть, представляешь? Как прям в компьютерных играх. Анчивки, все дела. Так, ладно, давай. Так, поджарил, да? Все отлично. Ну, мне кажется, что вот это вот... Тыква, ой, тыква, голова, говорю. Голова моя вот эта как сыр. Мне кажется, лучше взять, наверное, обычный видон свой, да? Он как-то поэпичнее смотрится. Ну, может быть, что-нибудь другое с вами найдем, тогда наденем. И будем выглядеть нормально. Орк, отвали от меня. Ядрить ее на корень. Ну, Б. Нет, все-таки, по-моему, у нас опыт не растет, ребята, от того, что я вот именно на этом дракончике. А это не очень хорошо, между прочим. Свит. И меня, я так смотрю, вообще не могут ничего сделать на этом дракончике. Я просто, знаешь, наслаждаюсь жизнью, бомблю их как сосунков. Никто ничего сделать не может за это. Даже сбросить меня не могут. Может быть, они просто попасть по мне не могут. Но пока есть такая вот... Оу, левел ап, ребята. Новое движение. Какое там ультимат... Техника ультиматы. Что это такое? Ну давай я проверю. Слушай, это, наверное, надо, ребята, быть пешим. Вот так вот, да? Немножко не могу понять, что... Что надо сделать. Техника, ультиматум. Да я взапрыгну на динозаврика. Ать-ать-ать. Мне просто на нем нравится. Офигенно. Значит, уровень я все-таки получаю. Я думал, что не идет опыт. Все идет, все отлично, все хорошо. Забомбил. Ну, да хорош ты уже выеживаться. Все, ребят, подъели. И мы с вами. Так, ага. Да неужели?
Да неужели, ребят, мы с вами нашли торговца. Конечно же, я буду покупать хилку. Обязательно хилку. Так, а что такое перышко? Перышко... А, перышко — это воскрешение, ребят. Какой эпичный топорик. Гладиатор называется. Блин, ребят, ну... потратил все деньги. Ладно, зато у меня хотя бы есть хилочки. Надо на хилочку, ребят, поставить определенную кнопочку. С вашего позволения, на секунду отвлекусь. Так, ну что, ребята, я поставил кнопочку. Давайте с вами двигаться далее. Кто у нас там, что у нас? Интересно, а сейвы тут вообще как происходят? Если я, например, выйду из игры, я где окажусь? На самом начале уровня или как? Так, слушай, опять лагерь. Опять тут лагерь. Блин, ну почему же мне не дали моего, ребята, любимого дракончика здесь, а? Я уже к нему практически привык. Накося, выкуся. Нати. Иди сюда, голодранец. Так, ну-ка. Эпично, да? Ха-ха-ха. Слушай, я в рукопашку, наверное, ребят, даже круче дерусь, чем на этом дракончике. Давай, иди сюда. На! Ух ты, получи по башке. Так, тут еды и куча. У меня, ребята, все в запасе. Так, это та же самая кость, как и у меня. Так, двигаемся далее. Воу-воу-воу-воу, выбежали. Вот, ребята, ихняя пещера. Судя по всему, здесь у них будет босс. Упс. Твою же маковку. Вот, ребята, и босс. Что делаем? Для начала вот так вот. Ха, хадукин. Ага. Не-н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 е. Парень, подожди. Так, уворачиваемся. Главное уворачиваться, ребята. В нашем деле... А куда он делся-то? Ага. Слушай, эпично сейчас получилось. Уворачиваемся нафиг. Так. Готовится там что-то делать. Готовится! На! Хе-хе-хей! Я тебя сейчас накажу, гаденыш. Воу-воу-воу-воу, тихо! Мне, ребят, сейчас крупно повезло. Какое там повезло? Он... Ха-ха-ха-ха! Не сумасшедший! А как мне его тормознуть-то? Ага, вот оно как. Вот оно как происходит, это дело, ребят. Сволота. Так, мясо. Я вижу мясо, ребят, я вижу жрачку. Да куда ж ты делаешь, ну, Рэй, ну, ё-моё, ну. Ну, зачем ты в стену-то бомбишь? Давай вот так делать. Давай с тобой вот так вот просто на прыжках будем его казнить. И это, кстати, довольно-таки... довольно-таки неплохо, смотри. Опять, да, сумасшедший, нет? Уху! Блин, подбил. Ребят, посмотрю, как отхил работает. Отхил работает просто изумительно. Слушай, козлодой, ты да... Ты меня достал. А-а-а! Да чтоб тебя! Так, тихо. Этих слишком много. Так ты серию ударов... Я понимаю, что ты серию ударов делаешь. Блин, я не успел, ребята, бомбить. Уворот. Все, я понял тактику. Я все время говорю, что я ее понял. На самом деле, я ее ни шиша не понял. Но буду делать вид, что я якобы понял. Пол хп почти, ребята, я у него снес. Почти что, пол хп. Яблоко, груша, что там? Ватрушка. Не надо. Ах, он еще и вырыгивает этих ублюдков мелких, да? Ну, конечно же. Хадукин! Твою ж макареку. Накося! Ой. Так, я убегаю. Йоу, уворот, ребята. Чувау. Чуваха, учи. Вообще крышняк поехал уже у меня. Так, поехали. Чумба. Так, давай иди сюда. Иди сюда, голодранец. На-ка. Как я его прожарил, блин, до хрустящей, ребята, корочки. Иди сюда. Накося. Понял? Вот так вот я могу делать. Тебе это не дано. Не постигнешь никогда мастерство Моррисона. Тихо. Иди сюда. Накося, выкуся. Хадукин! Блин, пипец. Просто пипец, ребята. Я давно так не веселился на самом деле от игрухи. Давно. Так. На! Ой. Ой. Так да что? Я просто хотел подбить. Где у ворот?
А, у ворот не делается, ребят, когда я нажимаю вверх. Все, я понял, в чем думаю. Что проблема-то? В чем проблема? Встал. Так, все, поехали. На. Куда он приземлится? Сюда же, да? Так, 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 так. Слушай, ну осталось там совсем, ребят, у него немножко здоровья. Совсем чуть-чуть. Естественно, он меня сбивает. Я его добью, сейчас я его добью, ребят. Сейчас добью, сейчас яблочко съем и добью его хадукеном. Кейо, вам не напоминает вот это кейо? Че? Взрывайся давай. Опа. Ребят, смотрите, какое-то ледяное сердце мне досталось. Да, ледяное сердце. Вы можете замораживать врагов. Так, используйте Ю. При, короче, при полном максимальном вы можете сделать ультимейт. Я вот не понял одного, как это ультимейт работает. То есть, когда огонь, я смог, видимо, сделать какой-то Армагеддон, да? Когда у меня... О, сколько здесь вкусных штучек, плюшечек, ребята, обожаю, обожаю, дай. Но денег все равно маловато, согласитесь. А знаете, почему маловато? Потому что я же все потратил на хил. И согласитесь, без хила я бы этого босса, ну, просто-напросто не прошел бы. Так, кстати, я вижу новый вид оружия. Ух ты, ух ты, ух ты! Отравляющая булава. Тьфу. Говно вопрос, возьму, конечно. Так, дай-ка я вот это все подобью здесь, ребят. Так, отлично, 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 отлично. Все это мы подбираем. Мне интересует один вопрос. Когда мы с вами сохраняемся? И есть ли оно здесь, это вообще сохранение? Фух. Так, опять какой-то, ребята, челлендж. Челлендж что? Разбомбить машину? Слушай, я смогу это сделать? Ох, ядрить тебя на хуй, нифига тут. Подожди, она хоть убивается вообще, эта машина-то? Я не пойму, она... Нет, бьется, ребятушки, потихонечку бьется, ну, ну-ка. Ох, ядрить тебя на корень. Вот такой вот удар мне вполне устраивает. Я ее превращу просто в груду металла. С вашего, ребят, позволения. Оу, я ее взорвал за 22 секунды. Фу. И что же мне за это полагается? Давай, 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 больше денег. 266 монеток. Новое достижение. О, ребята, две карты, две локации открылось, куда я, видимо, могу сходить. Ну что же, дайте я гляну здесь для начала. Дайте я поставлю. Так. А, все, понял. Улучшается магия огня, если у нас это. А здесь у нас улучшается восстановление здоровья, если мы будем с вами кушать вот эти всякие продукты питания. Максимальная атака, можно 40 сделать, да? Максимальная атака. Слушай, вот это я не понял, что это такое. У ворот, что ли? А, крит шанс. Все, я понял, ребята, это крит шанс. А это ХП у нас. Угу, отлично, ребята, я врубился. Так, давай пойдем в апгрейд и посмотрим. Fire Master, могу Ice Master, ледяной мастер усилить. Вот это у меня, ребята, не прокачано. Executing. Давай сделаем. И, ох ты. А, медитацию я еще не выучил, да? СП. Давай сделаем, ребят, потому что, ну, магия должна копиться. Надо было, конечно, мне, наверное, вот здесь что-то прокачать. Но фиг с ним. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы с вами закончим играть. Я так смотрю, тут ядрить его на корень еще... Ой-ой-ой, тут еще можно много где походить. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам! Flying over streets and the broken hearts. But they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead.